И продолжая тему, в ГИБДД оперативно отреагировали на материал, который вышел в нашем эфире. Напомню, речь шла о нарушениях правил проезда и парковки по улице Горького. А по сути дела о полном пренебрежении правилами дорожного движения. Владельцы дорогих иномарок ездили как и где хотели по центральной пешеходной улице нашего города. Теперь же тем, кому до этого времени закон был не писан, о нем напомнят. А у особо ретивых автолюбителей появится шанс вспомнить, как оно быть пешеходом. Я скажу, наверное, одно, что все-таки недостаточные меры мы принимали, что именно касается улицы Горького. Вот. Со стороны администрации муниципального образования города Куратанапа к нам приходили письма с фотографиями водителя, которые нарушают правила дорожного движения. Вот. В настоящее время мы этот момент исправили. По фотографиям, которые нам были присланы, мы приняли меры к водителям, которые нарушали правила парковки, парковались на местах для движения пешеходов на тротуарах. Вот. В настоящее время у нас на постоянной основе работает там экипаж ДПС, то есть круглые сутки мы наводим порядок. Будет наведен порядок, уверяют в ГИБДД, во всех местах, где движение авто полностью или частично ограничено. К примеру, на Пионерском проспекте. Люди начинают движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Вот. И в настоящее время мы приводим все в соответствие, чтобы люди двигались не по Пионерскому проспекту, а выезжали на верхнюю дорогу. Вот. Также отработка у нас идет по прилегающей территории к пляжам и к паркам, также в курортной зоне.